хорошим настроением отметили Всероссийский день ходьбы участники программы «Активное долголетие». По инициативе губернатора спортивное движение получило массовое развитие среди людей серебряного возраста. Самые азартные участвуют в походах, соревнованиях, посещают фестивали скандинавской ходьбы. Последний ежегодно собирает команды на открытой площадке Щелковского ФОКа. Хотим зарядиться энергией, бодрости, радости, которой нам не хватает. Мы любим ходить, гулять в лесу, заниматься на спортплощадках. А на такие праздники, веселые мероприятия мы собираемся один раз в году, где мы получаем, заряжаемся позитивом, хорошим настроением, весельем, радостью, делимся своими результатами. Праздник скандинавской ходьбы на Щелковской земле вот так активно начинается соревнование. Ведь самое главное – это эмоции, это праздник и этот спорт. А спорт, как говорится, это движение. Именно движение придало участникам фестиваля здоровый позитив. То, ради чего из удаленных мест городского округа приезжают целыми командами. У каждой говорящее название – скандинавочки. Позитив, успех, веселые бабки. Ходьба для этих людей значит многое. Здоровье, позитив, настроение. Общение. Общение, настроение, здоровье. Здоровье, радость. Радость и здоровье. Самой молодой участнице чуть за 60, самый пожилой вот-вот исполнится 90. Мне 9 марта исполнится 90. А вот я уже лет 5 или 6 хожу со скандинавской ходьбой, а последние 2,5 года у Федины, Федина у меня тренер. Сегодня я, конечно, только поддержать свою команду. Спортивную ходьбу также называют северной, скандинавской, финской. Неотъемлемый атрибут – палки. С ними участники прошли синхронно по заданной траектории. Поворачивай. Не нервничаем, девочки, не нервничаем. Выполнили задание «Змейка» на время. Молодцы! 2:39. Участники показали технику ходьбы, 3 раза обогнув футбольное поле. Добрый день. Как вас зовут? Фамилия, имя, назовите. Рита Ильясова, Асатовна. Ну, как вам сегодняшняя ходьба? Отлично. Сейчас еще можно пройти круг. Настроение позитивное. Подбадривали друг друга изо всех сил. Молодец, 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 Участники выполнили все задания, доказав себе и другим, что возраст не повод сидеть дома. Михаил Налетов, Игорь Поляков. Щелковское телевидение.